США оценили отказ Европы от сотрудничества с Россией. Хомский: из-за отказа сотрудничать с Россией Европа ожидает деиндустриализации. Американский мыслитель Ноам Хомский заявил, что Европа может ожидать упадок, если она останется в орбите монопольного влияния США и не восстановит связи с Россией. При этом Москву он назвал для Брюсселя естественным экономическим партнером на Востоке, сообщает РИА Новости. Хомский считает, что Европе придется определиться, оставаться ли внутри системы с доминирующими США, что, скорее всего, приведет ее к упадку и деиндустриализации, или подстроиться так или иначе под своего естественного экономического партнера на Востоке, богатого минеральными ресурсами, в которых нуждается Европа, и обеспечивающего выход на прибыльный китайский рынок, подчеркнул мыслитель. Хомский указал на украинский конфликт, который, по его мнению, способствовал размежеванию между Россией и Европой. Он также стал желанным подарком для США, поскольку загнал Европу в карман Вашингтона, добавил эксперт. Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Россия будет представлять угрозу для Европы в течение десятилетия. Он добавил, что Европа пока не готова к затяжной конфронтации с Россией, но с каждым пакетом санкций, по его мнению, приближается к более выгодной позиции.